Обвинительный приговор вынесли двоим участникам так называемой банды Басаева и Хатаба. Арслан Валиев и Фейсбек Амангазиев отправятся в колонию строгого режима на 15,5 и 16 лет, соответственно. Сотрудники СК, которые занимались расследованием, выяснили, что двое преступников были в числе нападавших на военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ еще в феврале 2000 года. Тогда в ходе перестрелки с боевиками в окрестностях чеченского села Улус-Керт погибли 84 десантника, не дав террористам прорваться через ущелье. Доказательства вины Валиева и Амангазиева собирали почти 18 лет, а недавно по фотографиям и видеосъемкам их опознали бывшие сообщники, которые уже осуждены и отбывают наказание. Валиев, Арслан Асанович.